Украина. На пороге важного политического решения в соседней стране наступил день тишины перед президентскими выборами. За сутки до голосования запрещена любая агитация. В спокойной обстановке избиратели могут окончательно определиться, за кого они отдадут свой голос. А выбирать предстоит сразу из 39 кандидатов. Это рекордное число претендентов на президентский пост в Украине. Впрочем, эксперты считают, без второго тура не обойдется. Повторное голосование назначат, если никто из кандидатов не заручится поддержкой более 50% избирателей. На самом деле интрига настолько велика, что никто, наверное, в мире до сих пор не знает, как это неудивительно, кто в Украине может стать президентом. Пока что исход даже первого тура непонятен, и непонятен тем более исход второго. Люди очень сильно разочарованы, а еще полгода тому назад явка ожидалась очень-очень низкой, потому что есть эффект разочарования и отторжения от сферы политики. Но мы понимаем, что это ключевой момент в истории развития страны. Поэтому явка, безусловно, будет большая. И именно за счет того, что все больше и больше людей, около 70%, утверждают, что у них собираются прийти на выборы, но максимум 60 определились. За 15% сейчас идет самая ожесточенная борьба. По данным последних соцопросов, фаворитов гонки трое. Это шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Завтра с самого утра избирательные участки откроются по всей стране. Проголосовать граждане Украины смогут и в Беларуси на двух участках в Минске и Бресте.